голоса. Хоффман! Назад! Нет! Он не знает, что творит! Лиам! Стой! Какой еще Лиам? Назад! С дороги, Себастьян. О, Нил, что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Слишком жарко. Надо потушить огонь. Отсюда не выберешься. Он велит мне заняться тобой. Ты можешь либо умереть, либо измениться, как я. От меня не уйдет!
со мной! Тебя поглотит плата! Патроны кончились. Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Я больше не слаб, Себастьян. И я никто не сдам. Отец Теодор, я сказал ему. Ну все, мне надоело играть. Зайти домой.
через пламя! Мне жаль, отец Тедор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Я тебя больше не боюсь. Чище! Да, отец Тедор, я сказал ему! Я не дам ему уйти, обещаю. Я больше не слаб, Себастьян, и я никто не сдамся. Бегай сколько хочешь, ты отсюда не выберешься. Да, отец Тедор, я сказал ему. Пусть тебя поглотит пламя! От меня не уйдешь! Мне жаль, отец Тедор. Я не дам ему уйти. Обещаю.
Да, отец Теодор. Я сказал ему. Соглашайся, Себастьян. Услышь его. Он изменит твое сознание, как изменил мое. Я больше не слаб, Себастьян. И я легко не сдамся. Мне жаль, отец Теодор. Я не дам ему уйти. Обещаю. Спасибо, Себастьян. Наконец я свободен от его голоса. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, О'Нил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Отец Теодор, когда я слышу это от вас,
может нам навредить. Она не... Нет. Я всегда буду слушаться вас. Конечно, буду. Все, что вам угодно. Юкико, ты меня слышишь? Я нахожусь в мастерской. Все мертвы, но опуски уже не важны. Так что, пожалуйста, приходи ко мне сюда. Я должен показать тебе кое-что. Это важно. Прости, Юкико. Это он заставляет меня. Знак влияния. Теодор тут повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм,